Всем привет, в эфире второе видео по ДКС RGS-37 Vigen. Модуль доступен для предзаказа и выйдет 27 января 2017 года. В этом видео мы разберем атаку методом подскока с помощью нурсов ARAK. Первое. Переключатель системы вооружения переключим в режим атака. Переключатель на панели ввода данных переведем в положение такт. Используем код 9 для того, чтобы вторая точка маршрута стала точкой расположения цели. Введем 11007, что означает курс 110 и дистанцию 0,7 км до цели от точки подскока. Ну и последнее. Переключатель на панели ввода вернем в положение актуальной позиции, ACT-POS. В альтиметр введем значение давления у земли, равное фактическому давлению у места расположения цели. Это очень важно для того, чтобы бортовой компьютер правильно рассчитал траекторию захода на цель. Мы только что прошли первую точку маршрута. Точка подскока на вторую точку маршрута. Точку расположения цели будет выбрана автоматически. Переключим индикатор лобового стекла в режим полета на низкой высоте. Поддадим газу, включив вторую ступень форсажа из трех возможных. Используем точку подскока.